Добрый день, everybody! Это, наверное, самый внеплановый ролик из всех внеплановых роликов, которые были у меня на канале. Потому что сегодня понедельник, я такой думаю, зайду в игру, контента нет, метро закрыли. Думаю, хоть чекну битву популярности, надо там что-то докидывать, не надо, выигрываем мы, не выигрываем. С вашей помощью, к счастью, мы выигрываем, за что вам, ребятки, огромнейшее спасибо. Ну и затем... Думаю, зайду такой в метро, посмотрю, когда оно открывается. Но и перед тем, как я расскажу дальнейшую историю, хотелось бы сказать Жеке Пинкмену огромнейшее спасибо за то, что он выбил мне вот такую вот прекраснейшую мумию. И там получилось так, что она упала в открытии одиночного кейса за 60 UC. Контентикса. Именно на последней десятке? Я прикинь или ты прикинь? Один прокрутас, один на предпоследний. Ямочку мы выбили, все эмоции выбили, еще и желтую мумию выбили. Короче, топ из топов, удачи в топе, мумия, мне кажется, очень и очень крутой скинчик, да, ребятки? Напишите в комментах. Ну и Жеку поблагодарил, вас благодарю за лайки. Если не прожали, прожмите, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. И вот сейчас, ребятки, на экране вы видите телеграм-канал. Погоди, пока ты видишь телеграм-канал, подписывайся обязательно на YouTube-канал, потому что потом забудешь. И смотрите, на телегу максимально рекомендую вам сейчас подписаться, потому что обновление 3.3 там выйдет раньше, чем даже на официальном сайте. Поэтому залетайте в телеграм прямо сегодня, чтобы не провтыкать. Скачать обнову. Ну, если вы привыкли качать в телеге у меня обнову, то вы там и так есть. Поехали сюда. Смотрите, захожу я такой в другое. Думаю, когда же у нас открывается метро? А метро не закрыли? Метро не закрыли. Я привык, что у нас в воскресенье ночью его закрывают. Ну, либо же в понедельник утром. Как хотите, так и называйте. Захожу сюда и просто прозреваю. Оно до сих пор работает. Потом думаю, стоп. Я вчера заходил... 100% видел, что вот здесь в событиях было написано до 07 числа. Сейчас здесь вообще пустой экран, как ты видишь, и не написано. Там в интернете я уже посмотрел, что пишут, что 9 закрывается, 11 открывается. Пацаны, здесь отчетливо было написано 100%, что до 7 числа. У кого, возможно, остались какие-то скрины, или кто-то может найти на моих видосах, либо же на стримах в YouTube-канале, вот именно... Вот это окно, и где здесь написано, что метро до 7 числа. Буду вам премного благодарен, закиньте мне в Телеграм. Но я вчера заходил и специально проверял, было написано, что до 7, ну 200%, потому что если бы не было написано, то я вчера еще и стрим запустил и играл бы на нем. А так... О, кстати, по поводу пополнения UC-шек, я нашел новый сайт, по крайней мере для себя, который называется KupiCode Gold. Это сервис пополнения счета мобильных игр. Я прозрел от того, когда я нажал на вкладочку PUBG Mobile и увидел цены на UC-шки, ребят. Это самые низкие цены на рынке, которые мне удавалось находить. Ну реально, это самые низкие цены. Немножко помониторив этот сайт, хочу сказать о том, что KupiCode Gold это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. KupiCode Gold это игровая экосистема, они делают упор на честность, в первую очередь, и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности, что, на мой взгляд, очень и очень круто в наше время. Уже не говоря о том, что покупка UC происходит всего в несколько кликов. Это просто дешево и безопасно. Что самое главное, безопасно. Не бойтесь, за покупку UC на этом сайте вас не забанят. Потому что для пополнения UC-шек на вашем аккаунте вам всего лишь достаточно ввести свою ID-ху, никаких паролей от своих аккаунтов давать не нужно, что опять-таки делает этот сайт максимально безопасным. Но для того, чтобы купить UC-шки, здесь вообще проще простого. Мы выбираем нужное количество UC-шек, нажимаем «Купить», выбираем любой удобный способ оплаты и оплачиваем. Но перед оплатой убедись в том, что ты использовал мой специальный промокод, который ты сейчас видишь на экранах, ведь он даст тебе бомбическую скидку. Еще раз повторюсь, что сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, поэтому ваш аккаунт остается в безопасности на все 100%. Также я советую вам авторизоваться через любую доступную соцсеть, чтобы получать бонусы и постоянный кэшбэк при каждом пополнении. Кстати, можно копить бонусы и оплачивать внутренней валютой купикоинами. Ссылочка на сайт будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Ну, я прозрел. Так, у меня инвентарь полон. Я хочу попытаться запуститься в катку. Ребят, такого еще никогда не было. Кто бы там в ТикТоке никак не кликбейтил о том, что мне до 9 числа
Пацаны, метро всегда закрывалось в воскресенье. И вот в прошлом сезоне был прикол того, что... Вернее, в этом сезоне был прикол того, что метро было закрыто всего два дня. Всего два дня. Обычно оно в понедельник закрывалось, в пятницу открывалось. Алды меня поддержат и напишут об этом в комментах, я думаю. Ну, какая-то вот такая дичь. Я сейчас попытаюсь запуститься, запустит нас или нет. А ну. Продам, это все равно уже ничего не нужно нам. Можно было бы в золоте пойти, но я так быстренько хочу просто проверить, потому что я не уверен, запустит ли меня в катку. Если запустит, то в следующую пойдем в золоте, либо же продадим полностью инвентарь. Откроем кейсы. Так, рукояточка. Давай. Сюда. Закуп. Но я сомневаюсь, что меня запустят. Если так, то разрабы молодцы, что вот просто, наверное, не будет как-то в рейтинг засчитываться или я хз. Так, а ну поехали. Смотрим. Ну, пацаны. Не знаю, запустит ли. Если запустит, то это имба, что бесперерывно можно будет играть в метроху. Если закроют на один день. Хотя они могли вообще просто не закрывать, так как в пластике... Запускает? Ничего себе. Я имею в виду, они могли не запускать, не закрывать, а так как в пластике просто выкатывать обнову, и в момент игры она выходит просто. Ё-моё, работает? Пацаны, а типы есть-то, по идее, должны быть. Давайте мумию еще рассмотрим. Мумия классно выглядит. И быстренько сменю графу. А ну. Посмотрим, как она выглядит. Так. Давай, подать заявку быстрее, пока нас не развалили. Да, максимум. А ну. Вот так вот мумия выглядит. Ё-моё, ну топчик переливается. Ну, конечно, на такой графике я играть не буду, потому что мне в приоритете кадры. Есть. Фриц, успеешь ширнуть? Давай. И МКшку, МКшку. М416 уже ко мне выбил. Я ее не стал вкачивать, а вкачал кое-какое другое оружие. Я постараюсь сегодня снять, кстати, с ним видос, и, по идее, оно выйдет уже завтра. Это оружие, которое я вкачал. Если ты шаришь, какое, можешь написать в комментах. Ну, в принципе, если ты смотрел прошлое видео, ты знаешь, какое оружие я вкачал. Так. А, тип шарит. Не шарит. Ноль попаданий! Просто ноль. Ого! Ну, это из-за того, что, ребятки, все метро закрыто, видишь? Оно не регистрирует урон официально. Ага, вижу его. А что у него за оружие? У него какое-то оружие на ближний бой. О, это хороший граник, если он там. Но мне кажется, он крутит уже куда-то. Нет, ты понял? Он с оружкой для ближнего боя, и он хочет, чтобы я подходил к нему в close fight. А его робот не файтит? О, кстати, робот есть? Да, робот есть. Куда он делся? Тю, он что, спетлял просто? Не, хаешки бросает, ё-моё. Значит, он меня видит. Ладно, погнали запушим его, что нам бояться? Нам бояться нечего. Он еще и голый. С МГ-3-шечка. А что это за цирк? Еще и она слетела, блин. Не, я не буду забирать. Мне граник важнее. Я думал, тут какой-то чел фул золота, знаешь. Блин. Ребят, хочу забежать на босса, посмотреть, что будет падать с босса. И, кстати, в комментах оцените эту мумию от 1 до 10. И напишите в комментах, вы можете прям свой список топ-мумий написать. Там белая на каком месте, желтая на каком месте, синяя, огненная.
Там еще есть такая старенькая мумия. Она в кейсах. Ну, дешевая, коричневая такая. У меня она тоже есть. Ну и М416 тоже. А, мы ж можем ее вот так показать. Я надеюсь, нас не снимут. Смотри. Опчик. Оно. А где? Понял. А, ну да, я ж с тем типом слишком долго имбицилился. Ё-моё. Ладно, тогда, ребят, бегу на лед. А снайпер, смотри, сейчас меня не замечает. А потом начнет валить. О-о-о, там файт. Туда нам надо. Давай. Сходу. А, так это файт с ботами, походу. Оно. Это тип заходит на ратку. Или уже выходит с нее. 24-я минута, я не удивлюсь. Но мне кажется, большинство просто уже уехало куда-то на каникулы, знаешь, думают, да, все равно метрошка закрыта, поеду там на речку купаться или еще куда-то. Оно. Не закрыто еще. А, погоди, тут же какие-то эффекты взрывов у меня. Оно. Я сам взорвусь на хаешке. Найс. Прикольно. Красненький. А что ж вчера золотых сколько было, сегодня красненькие только. Так, а дверь у нас? Дверь Би. Фиговая дверь. Ненавижу ее, если честно. Так. Тишина. Вот бы сейчас письмо, я пошел бы забайтил типов на дверь Би. Ха-ха-ха, сюда, сразу бежим туда, пацаны. Что нам тянуть? Будем байтить. Так, а, надо графу сменить и... И все, в принципе. Штурмич уже подойдет. Типов там нет? А ну, смотрите, внимательно вы. Настроечки, графика, фильм. А ну, сейчас мумия как будет. Вау. Да нихера себе. Реально как фильм какой-то. И шо ты шо? Так. Это сзади? Это сзади. Тогда подождем. Не, это не сзади, это в ратке. Рямбыч, пацаны. Наушники меня подвели. Но мы все равно забайтим на дверь. Погнали, чтоб плана придерживаться, а то... Когда меняешь план, потом все идет через одно место. Кстати, чего вы ждете от нового обновления с зомбаками? Напишите тоже в комментах, ребят. Что бы хотели, чтобы добавили, чего бы не хотели. Я до сих пор жду режим дуо. Так, два смока у меня имеется, найс. Мы сейчас вот так сделаем, смотри. Нычки тут никто не контролит, видишь, на нычках. А мы сами сейчас откроем дверь и пойдем на нычку. Давай. Мумия черная, черно-оранжевая, впервые открывает дверь. Хотя можно было бы засесть в двери на... за коробками там. Тоже имба позишн. Ну просто заходить туда, там сейчас молики полетят, хаешки. Ну должны, по идее, если типы шарят. Если не слепые, если видят, что дверь Би открылась, то должны сейчас бежать сюда. Опа! Лучше бы ты дверь проверил. Да ладно! Какого хера? Я специально на голову направлял. Ого, сегодня у меня вообще катки не пошли. Пишу с первого раза, ну вообще не идет. А, там еще чел файтит. Ё-моё. Я специально ему, думаю, подожду, чтоб до талого, направляю в голову, поднимаю гироскоп и все равно не могу закрыть. Коробки он залутал. Дичь.
Надо побросать хаешек, чтобы забайтить того типа, который там еще файтит. Во. Перезарядочка не сработала. Ладно, потом перезаряжу. И что, я аж расстроился. Что вначале залет нулевой. Что сейчас? Чел открывает ящик, я его не могу убить. Капец. О-о-о, смотри. Я же говорил, что побежит на дверь. А меня не видит. И прикинь. Чтоб он коробку ту не залутал. Ну хоть в этого залетело. Я думал, сейчас если этого еще не нокну. Это скорее всего тип нормально запакованный с раткой. Ну давайте залутаем их, продадим, чтоб на открытие кейсов было. Он 100% с раткой, и он был тут походу последний. Не? Да ладно. А кто же ратку? А-а-а, во, я понял. Это штурмовичок был, который подлутал моего типа. Значит, там еще есть тип с МКшкой. А че он в рюкзаке шлемак, броню носил? А, он тоже был в броне в какой-то. Хер знает. Но это штурм, 100%. Возможно, слетело с него, но я сомневаюсь. Штурма очень редко слетает. Так. Давайте, ребят, если там есть груда, я пойду на выход. Если груды нет... черной двери, то я просто хаешнусь либо моликом, сгорю и пойдем на выход таким образом. А ну тут точно хоть никого. Так, кейсич номеро уно. Два чертополоха. Второй кейс. Понял. Походу без груды. Слиток. Так, закинем слиток. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Просто, чтобы на кейс было. Так. Теперь давай вот так сделаем. Вальну собаку. Кину пластину. И все. Побежим, куда добежим. Может, челика какого-то встретим. Потому что... А выход у меня... Да далеко. Далеко выход. Ракеты не лутаны. В ту сторону только лутали. Ну, такое, пацаны, я вам скажу честно, я до сих пор прозрел, что метро работает сегодня. Честно, я в шоке. Я даже не понимаю, на когда мне контент планировать, и как его снимать, и что снимать. Ну, серьезно, может, стрим запущу сегодня. Ребят, прожмите лайкосы. И если не жалко, вот сейчас на экране видите мою ID-шку, закиньте хоть бесплатную курочку. Хотя там мы и так побеждаем вроде. Не, тип свалил куда-то. А может это этот бегал? Я хз. Оружейку успеем открыть? Может золото? А ну-а ну. Батейра. Он. А тут по луту в принципе тоже херня. Так он и не нужен, потому что сезон должен быть уже закончен. Я не знаю. Ребят, и по поводу скринов в начале, что я просил, пожалуйста, сделайте. Найдет. Пожи.